Добрый день! В этом видео я покажу несколько сборок с объяснениями, методом для начинающих. Сборки кубика Рубика 3×3. Если вы не смотрели мое обучающее видео, рекомендую сначала его посмотреть. Если у вас останутся какие-то вопросы, то уже вернитесь к этому видео. Если нет, то смотреть его не обязательно. Там достаточно подробно все изложено. Рассмотрим первый случай. Первая сборка. Смотрим. Сверху у нас находится белый центр. Находим белое ребро на втором слое. В одно движение его поднимаем. Видим сразу снизу белое. Вращая переднюю грань, переводим на второй слой и также поднимаем. Видим здесь еще одно белое. Хотим поднять, но сверху место занято, поэтому крышу поворачиваем, чтобы место освободить. И только после этого поднимаем. Ищем четвертое ребро, его нет. Смотрим снизу, вот оно. Для того, чтобы его поднять, достаточно сделать двойное движение. Дальше ищем ребра, которые правильно совмещены со своими центрами. Вот зеленое ребро. Зеленым центром стоит правильно. Оно одно, больше нет. Поворачиваем крышу, смотрим оранжевое, синее. Таких два. Обращаем одно к себе, другое налево. Делаем пиф-паф. Чиним крест. Три уса есть. Подводим четвертый. Все ребра стоят на месте. Переворачиваем куб и ищем наверху уголки, у которых есть белый цвет. К примеру, вот белый, зелено-красный. Удерживая верхний слой, вращаем нижние два, смотрим красный-зеленый. Если смотрит на нас, мы можем сделать 5 пиф-пафов. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу попадается нам следующий, бело-синий-оранжевый. Удерживаем верхний слой, вращаем нижние два до тех пор, пока здесь не появится оранжевый и синий. Опять же, белый цвет смотрит на нас, мы можем, конечно, сделать опять 5 пиф-пафов, но можем сделать один обратный. То есть, начиная с крыши, делаем движение пиф-пафа наоборот. Также уголок становится на свое место. Сразу попадается бело-зелено-оранжевый. Ищем ему центры, зеленый и оранжевый. Уголок смотрит вправо, делаем один пиф-паф. Ищем дальше, бело-синий-красный. Подводим его к своим центрам, синий-красный. Смотрит на нас, ну, я сделаю опять обратный пиф-паф. Первый слой собран. Проверяем, что все полосочки одного цвета, значит все хорошо. Начинаем собирать второй слой. Мы начали с белого цвета, значит сверху у нас будет желтый. И на втором слое желтых быть не должно. Ищем ребра, у которых нет желтого цвета. Ну, к примеру, вот оранжево-зеленое, синее-оранжевое. Давайте начнем с этого. Оранжево-зеленое совмещаем с оранжевым центром. Получили три в ряд. Смотрим, зеленый у нас слева. Значит, место этого ребра слева. Отводим вправо, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Получилась пара. Отводим пару в сторонку, поднимаем место, возвращаем пару, возвращаем переднюю грань на место. И вот у нас и уголок, и ребро стоят на своих местах. Ищем дальше. Оранжево-синее. Совмещаем с оранжевым центром. Смотрим. Синий цвет. Он справа. Значит, место этого ребра справа. Отводить будем в другую сторону. Отводим влево. Поднимаем. Место этого ребра. Возвращаем. Возвращаем. Получили пару. Отводим в сторонку. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. Возвращаем на место.
Ищем дальше. Это зелено-желтое ребро. С желтым цветом нам не нужно. Опять желтые. Вот. Сине-красные. Совмещаем со своим центром. Красный цвет у нас справа. Значит, отводить ребро будем в обратную сторону. Влево. Отводим. Поднимаем место. Возвращаем. Возвращаем. Отводим в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, возвращаем. Ищем дальше. Красно-зеленое. Совмещаем со своим центром зеленый цвет. Опять справа. Значит, здесь будет место этого ребра. Отводим ребро в противоположную сторону, поднимаем место этого ребра, возвращаем ребро, возвращаем место. Получаем пару. Отводим в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, опускаем на место. Проверяем. Второй слой собран. Дальше. У нас ситуация палка. На угловые элементы внимания не обращаем. Если палка, нужно взять ее горизонтально, повернуть переднюю грань по часовой стрелке и сделать пиф-паф. Возвращаем переднюю грань. Получился крест. Опрокидываем его влево. Смотрим вот на этот уголок. Сзади, слева, сверху. Желтый цвет смотрит вверх. Значит, делаем 4 пиф-пафа. 1, 2, 3, 4. Не перехватывая кубик, поворачиваем левую грань. Следующий уголок смотрит желтым назад. Делаем 2 пиф-пафа. 1, 2. Собрался, подворачиваем следующий. Опять 2. 1, 2. Подворачиваем. Желтый смотрит вверх, значит 4. 1, 2, 3, 4. Вся желтая грань собралась. Далее смотрим на ребра. Вот это ребро стоит правильно, рядом со своим центром. И это правильно. Это нет. Мы видим два ребра, которые совмещены со своими центрами. Располагаем одно слева, другое сзади. И делаем алгоритм, который переставляет ребра. Правое на себя, крыша два раза. Правое от себя, крыша два раза. На себя. Переднюю грань, пиф-паф, правую на себя, возвращаем переднюю грань, два раза правую и доворачиваем крышу. Ребра все собрались, опрокидываем желтую грань на себя, чтобы смотрела к нам, ищем собранный уголок. Вот он находится, значит, располагаем его слева и делаем алгоритм, который переставляет углы. Два раза низ. Опять два раза. И два раза правую. Не собралось, значит повторяем. Право, крыша, право. Два раза низ. Право на себя, крыша. Право от себя. Низ два раза. Доворачиваем. Куб собрался. Вторая сборка. Находим белый центр и видим, что у него уже стоит одно ребро. Это хорошо, это повезло. Ищем дальше. Вот, к примеру, беленькое стоит на втором слое. Надо его поднять. Но это ребро нам мешает. Мы его отведем в сторонку и теперь поднимем. Смотрим. Здесь беленькое ребро на верхнем слое. Поворачиваем переднюю грань, чтобы оно перешло на второй слой, и отсюда спокойно поднимаем, пользуясь тем, что место здесь свободно. Осматриваем кубик дальше. Находим вот здесь. На втором слое достаточно поднять вот так. Место свободно. Смотрим ребра креста. Это стоит правильно, это нет.
Получаем, что у нас два ребра стоят правильно. Располагаем одно к себе, другое налево. Делаем пиф-паф. Право, крыша. Право на себя, крыша обратно. Чиним крест. Получаем крест правильный. Переворачиваем куб крестом вниз. Находим уголки, которые имеют белый цвет. Вот, к примеру, бело-зелено-оранжевый. На удивление, он уже стоит между зеленым и оранжевым центром. То есть искать ему места не нужно. Он смотрит вверх. Делаем три пиф-пафа. 1, 2, 3. Ищем дальше. Бело-зелено-красный. Здесь оранжевый и синий. Вращаем нижние два слоя. Зеленый-оранжевый. Красный-зеленый. Уголок смотрит вправо, значит достаточно одного пиф-пафа. Смотрим, а сверху уголков больше нет. Проверяем, а собран ли у нас первый слой. Да. На удивление, два уголка мы поставили, а два уже стояли сами на месте. Это повезло, это хорошо. Значит, сразу переходим к следующему этапу. Ищем сверху ребра, которые не имеют желтого цвета. Это желтое, оранжево-синее, красно-зеленое. Ну, начнем, наверное, с этого, оно уже совмещено со своим центром. Синий цвет справа, значит, место этого ребра тоже будет справа. Отводить будем в другую сторону. Отводим влево, поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Пара. Отводим ее в сторонку, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. Ребро стало на свое место. Ищем дальше. Оранжево-зеленое. Подводим его к оранжевому центру. Смотрим. Зеленый цвет слева. Значит, место этого ребра слева. Отводить будем вправо. Отводим вправо, поднимаем место, возвращаем ребро, возвращаем место. Отводим пару в сторонку, поднимаем переднюю грань, возвращаем, возвращаем. То есть зеркально предыдущему случаю. Сразу нам попадается ребро зелено-красное, совмещаем со своим центром. Красный цвет слева, значит место этого ребра слева. Отводить будем вправо. Отводим, поднимаем. Возвращаем, возвращаем. Получаем пару. Отводим в сторонку. Поднимаем, вставляем, возвращаем. Ищем дальше. Красно-синее. Оно уже совмещено со своим центром. Синий цвет слева. Значит, место этого ребра будет тоже слева. Отводить будем вправо. Отводим. Поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Получили пару, отводим ее в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, возвращаем. Два слоя собраны. Сверху у нас получается галка. Не обращаем внимания на уголки, только центр и ребра. Если галка, то мы берем ребро одно влево, другое назад. Поворачиваем переднюю грань. Делаем два пиф-пафа. И возвращаем переднюю грань на место. Получили крест. Опрокидываем его влево. Этот уголок стоит правильно. Значит, можем его прокрутить. Здесь желтый цвет смотрит назад. Делаем два пиф-пафа. Встал на место. Подворачиваем, опять смотрит назад, делаем еще два. Подворачиваем следующее, опять два пиф-пафа. Вся желтая грань собралась, собираем ребра. Смотрим, одно стоит правильно, это нет, это нет, это нет. Вращаем, ни одно правильно не стоит, вращаем еще. Это правильно. Только одно. Вращаем третий раз.
Одно есть, второе есть. Располагаем их одно слева, другое назад. Делаем алгоритм, который собирает нам ребра. На себя два раза, от себя два раза. На себя передняя грань. Пиф-паф. На себя возвращаем переднюю. Два раза правую и доворачивать не забываем. Ребра все собрались. Опрокидываем на себя желтую грань. Ищем уголок, который стоит на своем месте. Здесь нет, здесь есть. Этот уголок стоит правильно. Располагаем его слева. Делаем комбинацию, которая собирает углы. Не собралось. Делаем ее еще раз. А вот теперь собралось. Третья сборка. Опять находим белый центр, располагаем его сверху. Видим белое ребро, сразу поднимаем, потому что оно располагалось на втором слое. Ищем еще. Видим еще одно белое ребро, место свободно, поднимаем. Видим еще на втором слое, но место занято, поворачиваем крышу, поднимаем. У нас остается еще вот и стоящее на первом слое. Надо бы его повернуть вот так, но тем самым мы разрушим крест. Поэтому сначала мы крест повернем вот так, поднимем ребро. И теперь, чтобы не разрушить его еще раз, повернем его вот так. И поднимем. Крест есть, осталось сделать его правильным. Смотрим, ни одного ребра на месте стоящего нет. Поворачиваем. И получаем сразу все ребра, стоящие на местах. Это пропуск этапа. Это хорошо. Просто переворачиваем. Ничего делать тут не нужно. Сверху ищем углы, которые имеют белый цвет. Бело-синий-красный. Он как раз стоит между своими центрами. Белый цвет смотрит вправо, значит достаточно одного пиф-пафа. Следующий бело-оранжево-зеленый. Подворачиваем его центры, зеленый и оранжевый. Белый цвет направлен вверх, значит нужно 3 пиф-пафа. Встал на место. Бело-оранжево-синий. Ну, здесь зелено-оранжевые центры. Поворачиваем. Оранжево-синий. Белый цвет смотрит на нас. Можно сделать либо 5 пиф-пафов, либо один обратный. Бело-зелено-красный. 5 подворачиваем центры. На этот раз давайте, раз он смотрит на нас, сделаем 5 пиф-пафов. 1, 2, 3, 4, 5. Первый слой собран. Проверяем. Все правильно. Собираем теперь ребра. Ищем сверху те ребра, которые не имеют желтого цвета. К примеру, оранжево-синие. Совмещаем со своим центром. Синий цвет справа. Значит, отводить будем влево. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Отводим, поднимаем переднюю грань. Вставляем, опускаем. Зелено-красное. Совмещаем со своим центром. Красный цвет у нас слева, значит отводить будем вправо. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пара. Отводим в сторонку. Поднимаем переднюю грань. Возвращаем, возвращаем. Ищем дальше. Синий-красный. Совмещаем со своим центром. Красный цвет справа, значит отводить будем влево. Отводим. Поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Пара, отводим в сторонку, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, возвращаем на место. Ищем дальше. Желтые, желтые, вот оранжево-зеленые. Совмещаем со своим центром зеленый цвет слева. Значит, отводить будем вправо. Отводим, поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Получили пару. Отводим в сторонку. Поднимаем переднюю грань. Вставляем пару. Возвращаем. Второй слой собран.
Надо собрать теперь желтый крест. Видим сверху галочка. На этот угол не обращаем внимания. Это галка. Нужно поставить ребро одно назад, другое налево. Поворачиваем переднюю грань, делаем два пиф-пафа, возвращаем переднюю грань. Получили желтый крест, опрокидываем. Желтый цвет смотрит назад, делаем два пиф-пафа, поворачиваем. Здесь уголок стоит правильно, пропускаем его. Следующий смотрит назад, два пиф-пафа. Следующий опять назад, еще два. Желтая грань собралась. Необходимо искать ребра. Сейчас смотрим. Все ребра стоят неправильно. Значит, повернем крышу. Это правильно. Это нет. Это правильно. Это нет. Правильные ребра стоят напротив друг друга. В этом случае либо делаем комбинацию два раза, либо дополнительную комбинацию, которую я показывал в конце обучающего видео. Давайте для начала сделаем дважды. Из любого положения, неважно из какого, делаем комбинацию, переставляющую ребра. Надеюсь, вы ее уже запомнили. Теперь опять ищем ребра. Одно есть, но одного нам мало. Ищем еще одно, второе. Располагаем слева и сзади. Делаем комбинацию еще раз. Не забываем довернуть. Смотрим, все ребра стоят правильно. Опрокидываем желтую гранью на себя. Ищем уголок, который стоит на своем месте. Эти два нет. 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 Все равно нет. Как ни крути, их нет. А значит, раз нет собранных уголков, значит, за один алгоритм у нас делать не получится. Делаем алгоритм, который переставляет углы. Из любого положения, когда желтая грань смотрит на нас. Сделали. Теперь ищем уголок, который стоит правильно. Вот он. Это хорошо. Располагаем его слева и делаем алгоритм еще раз. Куб не собрался. Повторяем. Ну, теперь собрался. Четвертая сборка. Опять белый центр. Один уз креста уже стоит. Ищем остальные ребра. Находим вот это красное. Поднимаем в один ход. Вращаем. Смотрим. Вот здесь вот у нас есть тоже на втором слое бело-синее. Поднимаем. Здесь дальше есть бело-оранжевое, которое мы тоже можем в один ход, на удивление, поднять. Ну, если бы у нас стояло так, мы бы повернули. Давайте для создания интересной ситуации я вот так вот сделаю, позже объясню почему. Ставим оранжевое и возвращаем вот это синее. Смотрим, у нас на удивление сразу собрался правильный крест. Это хорошо, пропускаем этап, переворачиваем. Ищем на верхнем слое уголки, которые имеют белый цвет. Видим бело, синий, красный. Подворачиваем нижние два слоя, чтобы были синий, красный центры. Белый цвет смотрит направо, значит достаточно одного пиф-пафа. Белый, зеленый, оранжевый сразу нам попадается. Вращаем зелено-оранжевые центры. Белый цвет смотрит вверх. Делаем 3 пиф-пафа. Ищем дальше. Ищем дальше. Сверху больше нет. Но зато я вижу уголок, который стоит снизу и стоит неправильно. Чтобы его оттуда достать, достаточно сделать 1 пиф-паф. Теперь он расположен на верхнем слое. Мы повторяем наши процедуры. Зелено-красный. Красно-зеленый, все на месте. Делаем 3 пиф-пафа. И хорошо.
Первый слой весь собран, переходим ко второму. Находим сверху ребра, которые не имеют желтого цвета, к примеру, красно-зеленые. Зеленый цвет справа, значит, вводить будем влево. Поднимаем, возвращаем, возвращаем. Встал на место. Красно-синий. Подводим к красному центру. Синий цвет у нас слева, значит, вводить будем вправо. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Пара. Отводим, поднимаем, вставляем, возвращаем. Зелено-оранжевый появилось серебро. Подводим к своему центру. Оранжевый цвет справа. Значит, вводить будем влево. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Отводим в сторонку, поднимаем место, вставляем, опускаем. И сверху у нас остались ребра, которые имеют только желтый цвет. Не только желтый, а имеют желтый цвет, то есть они нам не подходят. Проверяем, собрались ли у нас все ребра. Оказывается, что нет. Если не собрались, нужно нам вот это ребро отсюда как-то извлечь. Значит, мы вот это ребрышко поставим на его место. Делаем то же самое, что и до этого. Отводим ребро в сторонку, поднимаем место, возвращаем, возвращаем. Пара получилась, конечно, некрасивая, но мы ее также отводим в сторонку. Поднимаем переднюю грань, вставляем уголок и возвращаем. Наше оранжево-синее ребро теперь должно быть где-то сверху. Вот оно. Ну, его нужно поставить сюда, то есть вправо. Значит, мы отводить будем влево. Именно для создания этой ситуации я и сделал там лишнее движение на кресте. Так, собрали два слоя. Теперь нужно собрать крест сверху. Видим палку, на уголки не обращаем внимания. Располагаем ее горизонтально. Поворачиваем переднюю грань, делаем пиф-паф. И, о чудо, у нас полностью собралась желтая шапка. Мы хотели крест, у нас собрались и углы. Это хорошо. Значит, нам не придется переворачивать эти углы пиф-пафами. Так называемый скип. Ищем сразу ребра. Одно на месте, остальные нет. Вращаем. Одно, второе. Два ребра на месте. Располагаем одно сзади, одно слева. И выполняем комбинацию, которая расставляет ребра. Надеюсь, ее все уже выучили. Смотрим, все ребра стоят на месте, опрокидываем желтую грань на себя, ищем собранный уголок. Так, вот он, располагаем его слева и делаем комбинацию, переставляющую углы. Кубик не собрался, делаем ее еще раз. Куб собран. Пятая сборка. Ее покажу чуть быстрее, поскольку все интересные моменты были уже в обучающем видео и в предыдущих четырех сборках. Так просто для интереса, пусть их будет 5. Находим, ставим. Находим красное, ставим. Раз появилось вот это, подворачиваем, ставим. Верно, верно. Два ребра стоят правильно, к себе, налево, делаем пиф-паф, чиним крест. Правильный крест, все хорошо, возвращаем. Вернее, переворачиваем куб крестом вниз. Находим белый, синий, красный. Он стоит тоже на своем месте, белый смотрит вверх, делаем три пиф-пафа. Ищем дальше. Белый, синий, оранжевый. Подводим к своим центрам, опять вверх, опять 3. Белый, зеленый, оранжевый. Зелено-оранжевый центр, белый смотрит вправо, один пиф-паф. Ищем дальше, ищем, ищем, а нету больше, проверяем, все собрано. Первый слой готов,
собираем второй. Ищем сверху не желтые ребра. Например, зелено-оранжевые. Подворачиваем оранжевый справа. Выполняем комбинацию. Ищем дальше. Сине-красное. Подводим к своему центру. Красный справа. Отводить будем влево. Выполняем комбинацию. Дальше зелено-красный. Красный здесь. Готово. Оранжево-синий подводим и выполняем. Дальше мы видим, что это палка. Располагаем ее горизонтально. Передняя грань. Пиф-паф. Возвращаем. Получаем крест. Опрокидываем. Желтый цвет смотрит вверх. Делаем 4 пиф-пафа. Собрался. Следующий. Здесь 2. А нет, там тоже было 4. Тороплюсь. Этот уголок собран, пропускаем. Этот опять 4. Желтая грань собрана. Значит, ищем ребра. Так, здесь вот одно стояло правильно, остальные нет. Поворачиваем. Здесь их получается правильных 2. Синее и красное. Располагаем одно назад, другое налево. Делаем комбинацию. Все ребра становятся правильно. Опрокидываем на себя. Ищем собранный угол. Его не находим. Значит, из любого положения делаем логарифм. Ищем опять собранный угол. Вот он на месте. Делаем логарифм снова. Куб не собрался. И делаем еще раз. И куб собран. Я надеюсь, что вот эти дополнительные сборки с объяснением кому-то помогут. Совершенно не расстроюсь, если их никто не будет смотреть, поскольку видео достаточно подробное, самообучающее. Но при необходимости, на всякий случай, эти сборки пусть будут на канале. Если все-таки какие-то вопросы у вас останутся, пожалуйста, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. А на этом все. Тренируйтесь. Всем пока.